Шпионские штучки привели на скамью подсудимых. В Чебоксарах перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в незаконном обороте шпионского оборудования. Горе-предприниматель приобретал, а потом продавал специальные технические средства, с помощью которых можно было вести скрытое видеонаблюдение. В начале текущего года в столице республики обвиняемый, не имея соответствующей лицензии, за 1000 рублей купил две видеокамеры, закамуфлированные под брелоки и являющиеся специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации. В последующем он попытался продать за 750 рублей один из приобретенных шпионских брелоков, разместив соответствующее объявление на популярном интернет-сайте, специализирующемся на электронной торговле. Однако в момент передачи товара покупателю его действия были пресечены сотрудниками отдела К МВД по Чувашской Республике. В настоящее время следователям собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу. В случае, если вина обвиняемого будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.